В прошлом году особую роль в ограничении инфляционного импорта сыграло равновесие на валютном рынке. На 92% валютных торгов, проведенных в Центральном банке в 2023 году, предложение превысило спрос. За этот период номинальный эффективный курс маната увеличился на 19,3%, что является основным фактором, оказывающим снижение влияния на импортируемую инфляцию. В целом в 2023 году объем покупательной интервенции Центрального банка на валютном рынке составил 2,1 миллиарда долларов. Покупка с валюты создала условия для повышения ликвидности банковской системы. Денежная база в манатах в 2023 году увеличилась на 19,6%, из них 14,6% пришлось на декабрь.